By the Course's mercy, I'll see Guru and Parabrahma. Now for 11 days, we have been hearing the most beautiful Без причины милости Шри Гуру Гауранги мы уже в течение 12 дней слушаем повествование Гранд-Раджи Шримад Бхагаватам Раса Лилы. Yesterday we heard how some gopis that when they heard the sound of Krishna's flute and they tried to leave, but their husbands was blocking the door, holding a stick in their hand. Вчера мы слышали о том, когда некоторые гопи попытались покинуть дом, чтобы побежать в лес к Кришне, мужья заблокировали им путь и не позволили им уйти из дома. Nivritya Shiramanga. The meaning is that Dusaha Prastavira, feeling intense separation from their beloved Krishna, испытывая невыносимые чувства разлуки со своим возлюбленным Кришной, that burning of separation, это пламя разлуки, was the indescribable and extremely difficult to tolerate. Это пламя было неописуемо, пламя разлуки и невыносимо. And what happened? И что произошло? Srila Shukadev Goswami has expressed this confidential pastime in such a way that impersonalists and non-devotees will take one meaning and the devotees will relish a profound, sweet, meaningful of prayer. Расика Шукадева Госвами описал эту лилу таким образом, таким хитрым, скрытым образом, что имперсоналисты и безбожники, они могли извлечь одно значение для себя и остаться при своем мнении, а Расика Вайшнавы могли услышать совсем иное значение. Дива тапа дут ашубха. The ашубха, that is inauspicious karmas of those gopis, they were destroyed. Ашубха. Pain of Ашуба, нехорошая карма этих гопи была разрушена пламенем разлуки. And the dhyana prapta chuta shlesha, by meditating deeply on the chuta Krishna and experiencing his embrace in their meditation, so nirvritya, by the joy of that, then all their pious karmas were exhausted. И вот интенсивной погруженности в ачюту Кришны, испытывая вот эту радость любви к нему, вся их шуба карма была разрушена, хорошая карма. So, and then by this the tameva paramatmanam jara buddhya visangataha joha gurumaya dheham Satyam Prakshinam Bandhanaha, they gave up their body. Они оставили тела. And became free from all bondage, liberation. Освобождаясь от Бандханы. So the impersonalists they consider, and those who are non-devotees, those who don't deeply understand Bhakti Tattva, they will consider that by their suffering, their bad karma was finished, by their enjoyment, their good karma was finished, and they got mukti liberation.
персоналисты, безбожники и те, кто глубоко не вникает в бхакти-таттву, они придут к следующему выводу, услышав эти слова, что страдание, вот эта интенсивная разлука, обида, что они не могут быть с Кришной, испепелила их ашубу, что радость мысли о Кришне и то, что они чувствовали себя в его объятиях, это радостное чувство истощило их хорошую карму, и они получили освобождение. But this meaning is absurd. Но это абсурдный вывод. Because the pain of separation from Krishna is not caused by bad karma. Потому что боль разлуки. Pain of separation from your family members or something like that can be from karma. But pain of separation from Krishna cannot be caused by karma. Боль разлуки с Кришной – это не результат плохой кармы или нехорошей кармы. Это вообще к карме не относится никак, что это трансцендентные чувства. And the experience of the joy of being embraced by Krishna, it will not exhaust your good karma, because that is also not a karma, in your karma, to experience the joy of Krishna's embrace. Вообще никакая карма, ни хорошая, ни плохая, никакого отношения не имеет к трансцендентному объекту, к Шри Кришне. То есть никакая хорошая карма не даст вам возможность испытывать объятия Кришны или погрузиться в медитацию на Него. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в своих комментариях излагает совсем иную интерпретацию этого стиха. That is caused by inauspicious karma. Вся боль, вызванная неблагодатной кармой. Oh, such as a burning in the subterranean volcanic fire. Так как гореть в каком-то подземном вулкане, в лаве вулкана. All the pain and suffering from that every living entity in the universe has experienced from the beginning of time to now and in the future. All put together. In the presence of the suffering of Braj Gopis, then do means shaking. It began to shake, feeling very insignificant. Вся совокупность страданий всего человечества с незапамятных времен, все виды самых ужасных страданий и даже состояние горения в подземном вулкане, все это со своей тотальности, совокупности не может сравниться с той болью, которую переживали гопи. И все это, вся вот эта кипа страданий задрожала при виде боли гопи. The pain the Braj Gopis feel in separation or is the much worse than all the sufferings of the material universe to combine together. So that suffering personified dhubi began to shake. То есть боль, которую испытывают гопи в разлуке, completely diminished. Та боль, которую испытывают гопи в разлуке с Кришной, превосходит по интенсивности всю боль, всю тотальность, агрегат боли всего человечества, который можно накопить со всех незапамятных времен. И вот это олицетворение всех человеческих страданий задрожало в смущении по сравнению с болью, которую испытывает гопи. And all the happiness that can be experienced by all the living entities in the universe combined in the past, present and the future. Oh, it was the pride of that happiness was completely diminished by the happiness they felt experiencing Sri Krishna's embrace in their meditation. То есть вся совокупность боли всего прошлого, настоящего и будущего почувствовала себя униженной и никчемной на фоне интенсивности боли и страданий в Раджа Гопи. So, Tameva Paramatmanam, they attained association with Paramatma. Они обрели возможность соприкосновения с Параматмой. That does not mean Kiratakashaya Vishnu. Это не означает Kiratakashaya Vishnu. It means Atma means Premaspada. Atma означает Premaspada. Who is the object of all love? То есть объект всей любви. So Paramatma, who is the highest object of all love? Тот, кто является наивысшим объектом всей любви. Jara Buddhi Apisangata, and they attained him having Jara Buddhi, thinking he is my Paramatma. Они обрели его в настроении Jara Buddhi, то есть незаконного возлюбленного. So in this world, the mood, the relationship with the Paramatma is considered to be very, very low. В этом мире отношения любовников считаются низменными, презренными. But it's the nature of Sri Krishna's lila that
the very base things, low things, they become elevated. Но такова удивительно непостижима природа лил Шри Кришны, что что-то такое кажется низменное может приобрести невероятно возвышенную природу в его лилах. For example, in Dwarka, Krishna is the great prince. Например, в Двараке Кришна великий принц. And he is honored by all the kings of the world in the Rajasuya Yagya of Yudhishthira Maharaja. И во время Раджасуя Яги, которую проводил Юдхиштхира Махараджа, все цари мира почтили Кришну. But he is more sweet, more beautiful, and more glorious when he is driving the chariot of Arjuna. Но Кришна гораздо слаще и возвышеннее, когда он, как обычный возничий, управляет колесницей Арджуны. You know that when Bhishma Dev was about to leave this world, he never said, "I want to have the darshan of Krishna sitting on the throne, being worshipped by all the demigods and the rishis in the Rajasuya Yagya." He said, "I want to see that Krishna holding the reins in one hand and the horsewhip in the other, and covered in dust, driving the chariot of Arjuna." Перед тем как Бишмадев покинул этот мир, возлегая на ложе из стрел, он не говорил: хочется мне перед уходом из этого мира узреть Кришну, восседающего на троне, получающего почтение от всех царей. Наоборот, он сказал: хотелось бы очень увидеть прекрасный даршан Кришны, который сосредоточенно держит вожжи, управляя колесницей Арджуны. So ordinarily, to be a king, to be a prince is very high, and to be a suitor, to be a chariot driver is low. But Krishna makes the low things the great. В нашем понимании, в нашем мире, царь занимает очень возвышенное положение, а возничий никакое социальное положение. То есть это незначительный социальный статус, но в лилах Кришны все получается наоборот. Usually it's considered praiseworthy if a person is decorated with a crown of gold and jewels. Обычно все восхищаются короной из драгоценных камней, там какой-то шапкой Ванамаха. Но в Абрадже украшения Кришны состоят из павлиньего пера, сережек из ягод гунджа, из гирлянды из лесных цветов и листьев. So the base things they become glorious. То, что считается незначительным в нашем понимании мирском, то становится очень возвышенным в лилах Кришны. Oh, in this world, to be in Shantabhav, to be peaceful and equipoised, is superior to being in the romantic mood with someone. That means mind in state of moha, confused by rajagun. В нашем мире быть в Шантарасе умиротворенным, спокойным, сбалансированным умом считается гораздо более возвышенным положением, чем быть влюбленным в кого-то, потому что влюбленность вызывает чьи-то викар. Not only that, even the pandits of Prakrita Rasa, like Abhinava Gupta, considered Shantaras to be the highest rasa and Madhuri Rasa to be the lowest rasa. И не только обычные люди, даже такие эстеты, пандиты, как Абинава Гупта, считали Шантарасой наивысшей расой, а Мадурию самой низкой. But see, Krishna has made the Madhuri Rasa the highest rasa and Shantarasa the lowest. Кришна все перевернул с ног на голову, сделал, возвысил Мадурию расу до запредельных высот, а Шантарасу опустил вниз. And within the Madhur Bhav, then the Swakir is considered praiseworthy in this world, and the Parakir is considered to be contemptible. В нашем мире Свакия, законные супружеские отношения считаются достойными, а незаконные считаются недостойными, низменными. But Tameva Paramatmanam Jarabhutya Pasangata, in the pastimes of Sri Krishna, then the Parakriya Bhav has become praiseworthy and most glorious. Но в лилах Кришны Паракея Бхава превзошла в 100 крат, миллионы раз Свакию. So, in the Parakriya mood, в настроении Паракии, so, Krishna has Upapati Bhav. Кришна испытывает Упапати Бхаву. And the gopis who are married, with whom he, gopis who are married to others, with whom he has a relationship, they are being called Parodha Bhav. А гопи, с которыми он вступил в незаконные отношения, которые замужем за другими пастухами, их настроение называется Парода Бхава. So Parodha comes from the verbal root Vah. Парода происходит из глагола, из корня Вах. Ва means to carry. Нести. Ва значит нести. Like Vahan. Как Вахан. Or in wedding, Vivaha.
или виваха, это свадьба, пан. Because when someone gets married to a woman, then they're making a promise that they will carry the burden of that woman's maintenance for their whole life. Слово не отнести вот это этимологическое происхождение слова свадьба и так далее. Это что значит, когда мужчина женится на женщине, он берет на себя бремя обязанности пронести ее через жизнь. То есть всю ношу ее существования он берет на себя. So, va-dhatu becomes buddha. И вот этот ва-дату глагол становится. Para become, para buddha becomes paroda. И пара-уда превращается в парода. Means that the burden of carrying the maintenance of this woman is para, someone else's burden. Парода, что мужчина за быт этой женщины не несет ответственность, что-то другая ноша. So, а не его. Кришна Пин Делалит Найк, one of his qualities is Нисчинтья. He has no worries because all his beloveds are Парода. Their burden is for others. Это как Кришна, будучи Делалит Найком, одна из его характеристик это Нисчинтья, что он безмятежный, и одна из причин его безмятежности, что он не несет никакое бремя ответственности за существование своих возлюбленных. Это бремя других мужчин. Кришна играет. That means also that they don't have to be submissive to him. Because they don't owe him anything. Но так как оно с другой стороны, так как гопи ему ничего не должны, он не поставляет их ничем, то они ему тоже ничего не должны и не подчиняются ему. So if Satyabhama is upset, then Krishna can tell a servant, go and tell the daughter of foolish Satyajit. If she doesn't come here now, she should get out. Если Сатьябама начинает вредничать, у нее истерика, обида на Кришну, то Кришна имеет полное право сказать слугам, пойдите призовите дочку этого глупца, царя Сатраджита, пусть немедленно явится сюда передо мной. So even though Satyabhama was having mana, she had to become humble and submissive, decorate herself and come into the assembly of Krishna. И Сатьябама, несмотря на то, что она была очень расстроена, ей пришлось быстренько взять себя в руки и прибежать в ассамблею, в тронный зал. Предстать перед Кришной. But because gopis are in parada bhav, then they can tell to Krishna, Jahi Madhava, Jahi Keshava, Ma Barakai Tavavadam, Ma Barakai Tavavadam. Get out, Madhava, get out. Но так как Krishna will have to go. У гопи парада бхава, они ему ничего не должны, они могут ему сказать. Джахи Мадава, Джахи Кешав, отправляйся во свояси Кешав, отправляйся во свояси Мадав. Ему придется удалиться. Раслила establishes the Paramutkarshita, the supreme excellence of Paramutkarshita. И вот Раслила как раз является иллюстрацией, наглядной иллюстрацией превосходства Паракия Бхавы. Hare Krishna. Gurudam Hari Lal Ki Jai. Shri Radha Shastra Dev Jo Ki Jai. Shri Bhagavat Mahapurana Ki Jai. Shri Nitai Gaur Hari Ki Shri Govinda Jai Jai. Om Namo Bhagavate Purana Purushottamaya
Om Jayati Parashamsu Satyavati Hurray Nandano Vyaso Yasyasi Tamalgaldam Vagmaya Mamutam Jagatpivati Vishwasargam Sargadi Navlakshan Lakshatam Shri Krishna Aksham Paramdham Jagadham Namamitat Hurdi Yasya Prenaya Pravartitu Hambarapum Kopi Tasya Hare Padakamlam Bande Shri Chaitanya Devasya Vandeham Shri Guru Shri Padakamlam Shri Guru Vaishnavaischa Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitamdam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijan Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalta Shri Vishakam Vitamischa Vandeham He Shri Sanatan Prabhu Karunam Gurashi He Rupa Durgati Janaika Dayavanuko He Bhakti Musumati Raghunatha Dasa Shri Jeeva Me Kurutmanda Mati Dayamdra Yasya Prasada Bhagavat Prasada Yasya Prasada Nagat Kutopi Dhyayam Smaram Tasya Shastri Samyam Vande Guru Shri Kacharanarvindam Niryasashyamaninnam Parinati Ramitam Prema Lakshmi Bharam Sakshatkara Kripam Akhil Madhurima Sampadam Sampradaya Gambhiryam Vibhramam Upachitaramitashchapuriyam Charambho Bhuyam Abhir Nari Kuchkalashtakalam Kriti Mangalaya Narayanam Namaskriti Naram Chayim Naruttamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayandirai Vāṅśā kalpatarubhyaśca karpāsindu vyayavichya pattāṁ pāvnebhyo vaiṣṇavebhyo namo namah Guru Shri Vṛndāvan Bihāri Lāla ki Just we are listening Tameva Paramātmā namo jāgadhyāpasandata How Shri Krishna made a Vyashti Сейчас мы слышали о том, как Джара Будхи, объяснение Джара Будхи о том, как Кришна сделал что-то, что считается низменным в нашем понимании, в нашем мире. Он сделал это превосходным. I will not repeat, because time is not lazy. Времени мало, я повторяться не буду, вы уже услышали очень важные вещи. Previously, Shukdev Goswami has described that Gopikarman was restricted by their husbands. Even then, they met to Shri Krishna. Мы слышали о том, как Шукадева Госвами сказал, несмотря на то, что мужья, родственники чинили препятствия Гопи, многим удалось убежать на Расалилу. And in four sentences, the doctrine of Parkiya Bhava was previously described. И также мы изложили четыре идеи, концепции Паракия Бхавы. Jahur Gulmayam Deham Shri Parikshit was listening Gulmayam Deham and he was thinking that the bodies of Shri Gopikarma are not made of Trigun. Парикшит Махарадж слушал Шукадева Госвами и понимал, что тела Гопи Каганы не состоят из трех гун. So Jahur Gulmayam Deham, that means, though their bodies are transcendental. Их тела трансцендентны. Even then, Shri Brijgopi Kagan, having the gun, that means the qualities of Shri Krishna, always in their heart. Но всегда гопи испытывают влечение к Шри Кришне, всегда они удерживают в своем сердце. So their hearts were full of the plenty of the transcendental gun of Shri Krishna. Их мысли всегда поглощены трансцендентными качествами Шри Кришны. And the gopi cannot leave, or cannot leave the thinking of thought of the qualities of Shri Krishna.
для гопи невозможно перестать думать о качествах Кришны. So how they left Gunmaya Deha? То как так могло получиться, что они оставили Gunmaya Deha, Guna тела? That means their bodies are not a material body. So the meaning of Gunmaya Deha, that means remembering the qualities of Shri Krishna, they felt the separation, and that separation is their they. Their bodies are not made of gun, but the feeling is they. То есть тут гуна мои дехи, имеется в виду не сами их тела, а их чувство разлуки, это дехи, их тела, вот эта интенсивная разлука, которая возникает в них, когда они думают о качествах Кришны. It is very sick, это нюанс. The living of their body is not of their bodies. That is the living of giving up the feeling that we are separate from Shri Krishna. То есть, с чем они расстались, это не гуна мои дехи, а они расстались с ощущением отделенности от Кришны. So they means feeling, dehi, not the body. Чувства их, эмоции, а не тело. And it is also described in Srimad Bhagavatam that the bhav or dehi, the bhav or feeling is body. It is described in the context of Srishti Kram, creation. Также в описании Шришти творение тоже объясняется, что дехи это может означать эмоции, а не тело. There is a instance that when Shri Brahma created Saraswati. Saraswati is his daughter. And Brahma became attracted to Saraswati. Описывает ситуация с тем, как Господь Брахма привлек со своей дочерью Сарасвати, испытал влечение к ней. And all rishis and other sons and other persons prayed Brahma that this is very, very improper. Это возмутило всех риши, всех его детей, все стали обратились к нему с молитвой перестать. Вот, ну, прекратить такое поведение, потому что все были возмущены этим, что это непозволительно. Brahma recap the knowledge and immediately he left his body. И Брама тут же оставил свое тело. But body is not the physical body. Но тут речь идет не о физическом теле, но не о его внешнем теле. That body is, that means Brahma has left that feeling. То есть это умонастроение он тут же отбросил, получается. Тут опять поясняется, что дехи это не всегда физическая оболочка, а также это вот это состояние. Он тут же вышел из этого состояния. So Brahma created so many things, the bad things even. Брама создал все разнообразие, хорошее и плохое. As illusion and demons. But while Brahma is creating those evil things, then Brahma always needs his body. That means his feeling. То есть так как такая работа у Брахмы, и что ему приходится соприкасаться с нехорошим, то есть он создал и демонические существа, и много всего плохого, и каждый раз, когда он это делает, ему надо оставить дехи, деху свою. Pam tanum desizaryaho. Brahma is leaving their body. If Brahma would have left his body, then whole creation will be destroyed. Если бы по-настоящему он оставил свое тело, в нашем понимании оставление тела, то был бы пришел бы конец творению. So Brahma cannot leave his body. So far the creation is there. Brahma cannot leave his body. But there Shri Shukdevji or Maitri Muni is describing that Brahma is Pam tanum vijahava. Brahma is living those bodies. То есть, ну, когда, that body. Когда говорится, что он расстается с тем телом, это подразумевается, вот это определенное умонастроение или состояние какого-то осквернения, которое он испытывает, он оставляет это. Но это не речь о том, что он оставил свое тело Брахмы, потому что тут же творение бы
So body is закончилось. So living of the body is living of the mood. То есть опять-таки подчеркиваю, что оставить тело в этих контекстах означает расстаться с таким настроением или эмоциональным состоянием. Because at a very happy and auspicious occasion of Maharas, if there is a death that is not matching to that atmosphere. То есть, сами задумайтесь, Махараса, Раса Лила, это такой великий праздник, если там начнут умирать гопи в эту ночь, это не будет очень веселым событием, это все испортит все настроение всем. In Maharas, at the time of that happiness, such type of pathos, such type of sorrow is not required. И вот такого патетического ничего не нужно в день Махарасы, когда идет такой великий праздник, всплеск радости, поэтому никто бы не хотел огорчаться такими событиями, как смерть гопи. So, even the third type of sadhana siddha, who have a connection with their husbands, material husbands, that means their husbands, so their bodies are not very much pure. They are remittance of another person. So they are not appropriate to meet Shri Krishna. So Shri Yogmaya Devi, Yogmaya Shakti is changing their body. Even then, their dead bodies was not lying in their homes. То есть нужно понимать, даже когда мы вчера обсуждали третью категорию садан сидха, те, которые совсем были неспелые, и вот эти муни, которые, полагаясь на, предписание шастры служить мужьям, они вступили в какой-то минимальный физический контакт с мужьями, и их тела стали осквернены, то есть стали просади, неуместные, неподходящими для встречи с Кришной. Даже в их случаях там не было трупов дома, просто Йогамая быстренько сменила тела, дала им чистые безупречные тела, а те просто исчезли. Там эта подмена быстро произошла, и там никто не умирал. The lamentation, weeping, sorrow will naturally be created. So, it did not take place. Все было очень эстетично, красиво оформлено, потому что там было бы неуместно иметь скорби, там вопли, жалостливые крики родственников, если бы они нашли тела своих невесток там. So in the 10th verse, Shri Shukdev has already described that dhyana prapta chutashlesha nirvrtya akshirna mangala. With akar prashlesha, with detaching the akar, the meaning will be akshirna mangala. That means their mangal, their welfareness of a whole bridge was not disturbed at all. То есть Шукадева Госвами уже объяснял, что там не было никакого беспокойства. Все было Йогамайей сделано так, что никакого беспокойства во Враджи вообще не было в эту ночь. Even then, in the separation, gopis was weeping. They was just trembling on the earth and they was taking rounds. They were lying on the earth. Even then, their Shrinda at that time was not disturbed. And when they met with Shri Krishna, they are Akshara Mangala. That means they are Swahag Bindi on their forehead, they are bangles, they are Mangal Sutra, they are all sign of a Sauhagyavati Stri, a married woman work with them. So they are Akshir Mangala. That means no amangal, no unauspicious sign was there on their body. Акшир Мангала. Еще одно пояснение того, что не было никаких беспокойств. Даже те гопи, которые в расстроенных чувствах падали на землю, катались по земле, рыдая, что они не могут попасть к Кришне, все равно их украшения не повредились, их макияж не стек. Все было идеально тоже. К тому времени, как они оказались уже на Расалиле, у них все было в идеальном порядке. И
это точка на лбу, указывающая на то, что они замужем, их браслеты, серьга в носу, все было прекрасно. So Shri Jiva Goswami comprehensively denied that in Gopi the death is not admissible. Поэтому Джива Госвами настойчиво аргументирует, что нет места смерти в Лила Гопи. So Jahum Gomayam Deham, they have left their bodies. It means they have left the mood of separation. И поэтому слова «они оставили тела» означает, что они просто оставили ощущение того, что они отдельны от Кришны. Они расстались с таким состоянием. Just before they were thinking that we are separate from Shri Krishna, but now they are feeling, oh, Shri Krishna is appearing before my eyes, and I am meeting to him. То есть они увидели спорте Кришны, до этого они чувствовали огромную вот эту разлуку, и что их разделяет огромное расстояние с Кришной, но увидев спорте видение Кришны, они почувствовали, что он их обнимает, и оставили вот это состояние дехи, чувство того, что они далеко от него. And if Shri Yogamaya has changed their body, then there is no sign of any sorrowness or pathos. И даже для тех гопи, которым Йогамая подменила тела, обновила их тела, не было никаких внешних признаков скорби в доме или каких-то некрасивых ситуаций таких. So having this idea in his mind, Shri Raja Parikshit is asking one question. И Парикшит Махарадж, размышляя над этим всем, решил задать вопрос. Because in the audiences, there were some gyanis also. Потому что среди слушающих было много гьяни тоже, тех, кто слушал Шукадева Госвами. Some yogis were also listening the katha of Shri Shukadev Ji, because it was not checked previously that who will sit here and who will not. Everybody who is coming, he can listen the Krishna katha. То есть фейс-контроля там не было. Кто пришел на катху, тот имел право слушать. Там никто никого не проверял и квалификацию не проверял. Поэтому там была такая разнообразная аудитория. Йоги и гьяни там оказались. And Parikshit is as the Raja. He is the king. So he had this knowledge that by listening this Krishna katha, if the other person will do the offense, aparadh, namaparadh, then they will go to hell. So to protect them from hell, Shri Parikshit puts this question to Shri Shukadev Ji. Будучи дальновидным, очень разумным, Парикшит Махарадж предвидел, что те, кто неверным образом растолкует эту катху и как-то ее по-своему услышат, могут оказаться в аду из-за своих оскорбительных мыслей. Поэтому он решил задать вопрос ради блага всех других слушающих, чтобы они получили очень четкие изъяснения от Шукадева Госвами. Some yogis and gyanis was thinking that the designation of these gopis is material. Потому что многие из слушающих йогов и гьяни, они думали, что тела гопи материальные. And they are thinking that if the designation is removed, so this is very much strange that without jnana, how they get relief from their designation, material designation. Им было непонятно, как из такого обусловленного состояния они могли получить, высвободиться, не обретя jnana. For liberation, for mukti. In jnana, the freedom from all ling bhang is very much important factor. Unless the designation is not removed, ling bhang is not being done, then up to that time, the moksha cannot be found. Потому что мокша, освобождение, это самое главное для гьяни. Они понимают, что нужно обрести гьяну, чтобы возвыситься над мирскими узами и высвободиться полностью. Поэтому их ситуация с гопи смутила. Они не совсем поняли, что произошло. As
Antaryami is in our heart. Antaryami – сверхдуша в сердце. But even then, Antaryami is not making us liberated. Но он не so he's in our heart. Потому что они думают, что сверхдуша в наших сердцах присутствует, но каким-то образом не дает нам освобождения. Brahma is everywhere, but Brahma is not making them liberated. Brahman повсюду, он вездесущий, но он не освобождает же их. But if the Harinam is taking, then Harinam is transcendental. And by Harinam, Shri Antaryami, Shri Krishna, who is in our heart, but Bhagavan Shri Krishna incarnate in the form of a Harinam, that Harinam makes us liberated. То есть что получается? Антарьями в сердце каждого из нас, сверхдуша. Но он бездействует, он не высвобождает нас из наших мирских уз. И Брахман тоже повсюду, но он тоже бездействует. Но только когда Кришна инкарнирует в форме Харинамы, тогда Харинама спасает нас из материального существования, вызволяет нас. Харинам Бхагаван ки джай! This is the glory of Shri Harinam. Это слава Харинамы. On the point, Shri Parikshit is asking that Shri Krishnam Vidhu Param Kantam, these gopis are thinking Shri Krishna as their local, as their material bilvet. He is a Premi. И Шукадева Госвами задает вопрос, что гопи относятся к Кришне как к своему обычному мирскому возлюбленному. Они не считают его Брахмой. Кришна is Парматма, Кришна is Брахма. They are not deciding, having this idea. They are having that Shri Krishna is our lover. Они не воспринимают Кришну как Параматму, как Брахмана. Они просто относятся к нему как к обычному смертному возлюбленному. Unless a person has the idea that I will serve Shri Krishna, I will serve Brahma, he cannot get relief from the ties of Maya. До тех пор, и вот йоги, я не думаю, до тех пор, как человек активно не начинает служить Кришне или Параматме, он никак не вызволится из уз материального существования. Because lover is a concealed Brahma, not a direct Brahma. Потому что возлюбленный это как скрытая форма Брахмана, а не прямая, непосредственная. He is not protection Brahma. He is Paroksha Brahma. Он Парокша Брахма. So, unless a person is related to the protection Brahma, he cannot get relief of his designations. То есть высвободиться из материального бытия невозможно, пока человек напрямую не начнет пытаться как осознавать Брахман. One can say that everywhere is Brahman. Что можно? And a person is having love with his wife, then he is also loving Brahman. Можно. Can say this because Brahman is everywhere, so wife is also Brahman. So let us love our wife. Можно выдвинуть аргумент, что Брахман вездесущий, он везде. То есть, почему просто нельзя любить свою жену, почитая ее как Брахман и получить освобождение благодаря этому? Что тут такого? But this will not work. Но это глупость, это не сработает. Unless a person had the direct Brahman. Нужно к правильному... Remembering the direct Brahman. If he is remembering the concealed Brahman, he will not get the relief from the boundings, from the ties. But if he will remember the direct Brahma, that means Shri Harinam. Harinam is direct Brahma. Shri, unless he takes shelter of Shri Radha Shamsundar, unless he takes the shelter of Srimad Bhagavat, of Shri Dham, Shri Guru, who is the direct Brahma. So unless a person is taking the shelter of direct Brahma, he cannot get relief from the designations. То есть жена вам не поможет, потому что это скрытое, то есть это второстепенное проявление. Вот Параматма, Брахман — это
вездесущие, да, но до тех пор, пока вы не обратитесь непосредственно к изначальной форме, то есть проявленной, первичной проявлению Брахмана, Параматмы, не обратитесь к Харинами, к Радхе, Шьямасундару, Гуру Деву, то есть тем, что является непосредственно проявлениями Господа, то вызволиться из материального, из самсары невозможно. So the question is this, that Gopi is always thinking Shri Krishna as his lover, not as Brahma. Вот, so how they get salvation, how they get relief from their ties, from their upadhi. И поэтому Парикшит Махараджи задает этот вопрос, предвидя, что йоги и гьяни будут сбиты с толку вот этими повествованиями о гопи, потому что гопи всегда относятся к Кришне как к обычному возлюбленному, а не как к Брахману, как к Параматме или как к Господу. Поэтому он хочет, чтобы Шукадева Госвами изложил эту идею. So the question was, Krishnam Viduk Param Kantam, they know Krishna as their lover only, a material lover. Они относят, вопрос был следующий. Они относятся к Кришне как к своему. Нату брахмате амане, they are not considering Krishna as Brahma. Guna pravava parama tasam gundhiyam katham. As they are having their ideas in the Tribhuvan. Sattva Rasam. And they are thinking Shri Krishna as a normal man. Normal human. And they were loving to Shri Krishna. Then how they get relief from their designations, and you are saying that Jahub Gurmayam there, they became free from their all designations, all upadhi. So how they get relief from their upadhis? И вот что, и Парикшит Махарадж спрашивает, что когда вы с вами, исходя из того, что гопи всегда относятся к Кришне как обычному смертному, обычному юноше, своему возлюбленному, они даже не представляют, что он Брахман или Господь, то каким образом они, а ты говоришь, что они избавились от гунамайдехи, всех своих отождествлений мирских, всех этих обусловленностей, то каким образом это могло произойти? Now, Shri Shukdev Ji is answering. И Шукадева Госвами сейчас ответит на этот вопрос. Shri Shukdev Goswami says that though Shri Krishna is taken to be a lover, even then Shri Krishna is direct Brahma. The other persons are not direct Brahma. Brahma is there, but they are not Brahma. Brahma is there, but they are jeev. Brahma is only boosting them, but in Krishna, Brahma is not boosting Krishna. It is himself Brahma. So Krishna is the direct Brahma, and among us, all over, where the Brahma is pervading, omnipresent. So being omnipresent, Shri Brahma is only boosting jeev. So that is the difference between the Krishna and a normal lover. И Шукадева Госвами объясняет, так как положение Кришны уникальное, что он как раз и есть Брахман, в отличие от других, от смертных, в которых Брахман как моторчик, который зажигает тело, да, дает ему поддержку, то есть косвенным образом их можно считать как проявление Брахмана. А Кришна и есть Брахман. Брахман там не присутствует как поддержка какая-то ему, подпора. А Кришна есть эта высшая реальность. So the answer is in nutshell that Krishna is Vastu. We are not Vastu. Кришна это Васту, а мы не Васту. And Vastu Shakti, due to Vastu Shakti, if a person will have any relationship with the Vastu, then he will get salvation. He will get the result. If a person is having relationship with avastu, there is two things, vastu and avastu, the actual thing and that is not actual, that is not worshipable. So jeev is not worshipable. The worshipable thing is Shri Krishna. Maya is not worshipable. There is three things: jeev, maya and Ishwar. Maya cannot be worshipable because it is destroyable. Jeev is also not worshipable because jeev is
Anu, but Ishwar is worshipable because he is having the greatness. He is unlimited. So which is unlimited, that is to be worshipped. Yadai Bhuma Tasukham Nalpe Sukhmasti, which is teeming, which is atomic, that is not worshipable. That will be huge. That will be all pervading. Only he will be actually worshipable, devotable. So Brahma is devotable, not jiva. But in here, in the normal example, the jiva is beloved to a jiva, not to the Brahma. Тут, то есть в реальности есть три категории: джива, майя и Господь Брама. И единственное васту – это Кришна. Он достоин почтения. А мы все авасту, мы недостойны почтения, потому что джива крошечная, ану. Майя, она тоже недостойна почтения, поклонения, потому что ее можно преодолеть и разрушить. И лишь единственная васту, настоящая, которая достойна почтения, это Кришна. И ситуация гопи уникальна тем, что их любовь, вроде бы внешне мирская, как возлюбленному, объект этой любви – это васту. И любой, кто имеет любую самбанду, любой вид отношений к васту, получит от этого благо. Знает он об этом, что Кришна – это васту, или не знает, все равно результат будет благом. So being the vastu, being the all pervading and the ashraya, the base of everything, Shri Krishna is the base of everything. He is Brahman. Himself, he is not boosted by Brahma, but he is Brahma himself, he is God himself, he is not boosted, he is not having the power from Brahma, he has his own power. Due to this, if a person will love to Shri Krishna, then he will get surely the salvation. Потому что Кришна, он своя Бхагава, он и есть высшая реальность. То есть нас джив, нам дает помощь, нам, нас уполномачивает Параматма, Брахман, они дают нам силы существовать и действовать. Но Кришна ни от кого не зависит. Поэтому, обращаясь к нему с любовью, с любыми или другими эмоциями, если есть самбанда, то так как он трансцендентен, то и результат будет благом. So, if a person is having relationship with the direct Brahman, not indirect Brahman, то есть, if a person is having relationship with the direct Brahman, the relationship may be in any way, either it is pro or it is anti, but relationship is to the direct Then he will get salvation. То есть опять-таки важно понимать, отношения мирские, это мы относим джива к дживе, получается тут Брахман и Параматма, они не напрямую присутствуют, а как вторичное проявление, поэтому никакого блага, освобождения и самскары не будет. Но если самбанда направлена на трансцендентный объект Шри Кришну, который и есть васту, будь это хорошие отношения, эмоции по отношению к нему, будь то плохие, враждебные отношения, тогда можно получить освобождение из материи. So Shri Shukdev is answering. Uktam prasadetate chaityas din yathagatah vishanna prishikesham kimutadhukriya priya. One should have the relationship with Shri Krishna, either pro or anti. Шукадева Госвами говорит, поэтому очень важно развивать отношения с Кришной. Конечно, лучше хорошие, но если на хорошие не дотягиваете, хоть какие-то отношения. A person can say that in pro relationship, in lovely relationship, в хороших отношениях, положительных, in pro relationship, in lovely, having love with Shri Krishna, it will be very much hard. But, and the density will not be of that type. If we will have the relationship of enmity, then the thought of
of Sri Krishna will be more intensive. So, rather than doing love with Sri Krishna, we should try to have the enmity with Sri Krishna. Может возникнуть такая мысль, что смотрите, если негативные эмоции, вот эта враждебность, ненависть к Кришне или зависть, или вот страх, эти эмоции более интенсивны, чем любовь, то может лучше такие эмоции в себя культивировать, чем любовь, потому что любовь трудно дается, знаешь, такое... размах любви испытать, это тяжело. А вот ненависть такая, враждебность, это вроде легче культивировать. Почему бы нам садану не выстроить на негативных эмоциях Кришне? Because this is a normal psychology of a human. Это ж человеческая психология дурная такая. Можно подумать, лучше тогда его ненавидеть, и я получу мокшу. Это that, гарантированно. That he remembers his enemy much more than his bigger person. Потому что, когда мы думаем о врагах, мы думаем о них чаще и более интенсивно, чем о любимых людях. And the intensity in relationship, in remembrance, remembering enemy is much more great than the intensity to remembering his bosoms. Потому что для нас, людей, вот эмоции негативные, когда лютая ненависть, они гораздо ярче проявляются в нас, чем любовь к друзьям и близким. But Shri Shukdev is now denying. No, never try this. Но Шукадева Госвами говорит, даже не смейте думать так. The first argument is this, that if we will try to have the enmity with God, it will not be possible even. Если мы попытаемся развивать себе ненависть к Богу, это вообще настолько противоестественно, это у нас не получится. Because we always know that Shri Krishna, God is protecting us and helping us at every moment. He's helping us. Потому что мы знаем, что Господь наш покровитель, наш опекун, Он все нам поставляет, Он нас оберегает. Мы во всем зависим от Него. The wind is blowing, ветер the дует. Water is flowing, and we are getting, the earth is bearing us. So in every moment, God is helping us. God is giving us the assistance to carry our life. If God withdrawn for a moment, His kindness, can we live ever for a moment even? То есть мы должны понимать, что мы всегда пребываем в потоке милости Господа. Он дал все необходимое, землю, по которой мы можем ходить, это опора под нашими ногами. Дал нам воду, ветер, солнце, воздух, все. То есть если бы даже на одно мгновение поток милости Господа остановился, то нам бы полный конец тут же был всем. Поэтому. But God will destroy us. This is a secondary, and this is not direct, it is indirect feeling. Поэтому понимание, что нам тоже придет конец, это у нас нет такого полного восприятия. У нас это как-то на заднем фоне где-то, что у нас... Нам... And normally we never say that God has made that person die. То есть мы никогда не говорим, или даже не думаем, что Господь кого-то убил, или там... We always say that he was bitten by the snake. He died from the disease. He died from the arrow, from the fighting. So always the cause of death is not God directly. At first sight, the cause of God is not God. The cause of death is not God. We always experience it, that the cause of destruction is any other. То есть кара для нас первичная, когда мы думаем о чьей-то смерти, первое, что приходит в голову, мы говорим, этого укусила змея, он умер от яда, или этот после долгой болезни скончался. Мы никогда не сразу не привязываем Бога как первичную причину смерти чьей-то. Мы понимаем, что это какая-то более глубинная причина, но никогда в голову не приходит, что это Господь всех убивает налево-направо. So, the love for God
is very much natural, but the hate for God is absolutely abnormal. Поэтому ненависть к Господу это что-то неадекватное. То есть нам это противоестественно для человека, потому что естественно для человека почитать Господа, быть благодарным Господу и любить Его. We hate the persons, the thing as a enemy. Only then we are sure that this thing will hurt us. Мы начинаем ненавидеть кого-то или что-то, когда мы чувствуем угрозу от этого объекта или от человека по отношению к себе. As Shishupal was born with four arms. Когда Шишупал родился, у него было четыре руки. At the same time, the Akashvani became and Akashvani announced that touching by touching of which person, having the touch of a person, if his two arms will be broken, he will die only by that person. И во время рождения Шишупала было совершено предсказание Акашвани голосом с небес, что человек, от прикосновения которого две руки тут же исчезнут с тела Шишупала, тот человек станет причиной смерти его. One day, Shri Krishna came to visit Шишупала. И когда Кришна пришел навестить маленького Шишупала, well, he was quite infant. Еще был младенцем Шишупал. And as Shri Krishna showing his love to that person, to that infant, Shri Krishna took him in his lap. Immediately, his two arms was broken. Проявляя любовь и заботу, ласку, Кришна взял младенца на руки, и тут же третья, четвертая рука Шишупала исчезли. So Shishupal became very much confirmed that Shri Krishna is my enemy. И то есть все с тех пор уже знали, что Кришна станет причиной смерти Шишупала, и Шишупал, когда он подрос, он узнал об этом и всегда осознавал это, что Кришна представляет угрозу моей жизни. But any one of us never feels that Krishna will come and he will have the chakra and he will cut our head. Но мы же не боимся с вами Кришны, не думаем, что Кришна когда-то найдет нас с чакрой и обрубит нам головы. So we cannot have the enmity with Shri Krishna. Поэтому у нас не может быть никакой интенсивной ненависти по отношению к Кришне. So the first argument is this, that Shri Krishna is protector of us. Shri Krishna is not the enemy or destroyer of us. Поэтому первый аргумент в пользу того, что невозможно для человека, что это противоестественно испытывать враждебность по отношению к Кришне, что мы воспринимаем Господа благодетелем, благожелателем, опекуном, покровителем, защитником. Even then, if a person has enmity with Shri Krishna in any way, even then, if Shri Krishna will kill him, then that person will get only salvation. Но все же, если человеку удастся развить такую сильную ненависть, враждебность по отношению к Кришне, и Кришна убьет эту личность, сам лично, то такой человек получит мокшу. So, this cannot be said that Shri Krishna will give the mukti to his enemy. Krishna will give mukti to a yogi and Krishna will give the mukti to bhakti. Shri Krishna is have the discrimination and Shri Krishna is not without discrimination that he will give everything to everyone. Поэтому this is not appropriate for Shri Krishna. Глупо думать, что Кришна, дав мокшу своему врагу, которого он убил, и даст мокшу йогу, и также даст мокшу своим преданным, потому что вивек Кришны потрясающий, он разумнее всех вместе взятых миллион раз, поэтому глупо думать, что он так не делает никаких различий между своими любящими преданными, между йогами или между безумными демонами. So the person who is having the pro relationship with Shri Krishna, Shri Krishna will give him the Sayuja Mukti. And a person is having the anti-relationship with Shri Krishna. If a person is having the anti-relationship with Krishna, then
Shri Krishna will give him Sahaja Bhakti. And a person, if having the pro relationship, the lovely relationship with Shri Krishna, then Shri Krishna will give only Mukti. Shri Krishna will give him the Seva. That is the difference between a Shatru and Mitra, between enemy and friend. То есть те личности, которые враждебно относились к Кришне, он сам их убил, они получили саюджа мукти. Но любящие и преданные Кришны получили према севу. То есть непосредственное служение. Ему это разница между врагами и друзьями Кришны. Somebody say that Shri Krishna is giving mukti to yogi as well as to shatru, enemies. This is also not having the discrimination. So there should be some difference. Yes. Если кто-то скажет, что вот смотрите, и йоги получают мокшу, и враги получают мокшу, это как-то тоже непонятно. The answer is this. So, there is the glory of a relationship. Either relationship is of any type, but the relationship is so great that even a enemy is having enmity with Shri Krishna, but he has the relationship, so he will get that result, that prize. That prize was given to a yogi. То есть тут подчеркивается важность самбанды. Вот самое важное – это отношения. Пусть они даже будут плохие, но это отношения. Это не пассивность какая-то, нейтральность, прохладные отношения. А именно вот, пусть это будет враждебность, но она интенсивная, полностью сфокусированная на Кришне. Поэтому Кришна награждает тех, кто имеет такую самбанду, таким же освобождением, как он дает йогам. So in this way, the glorification of a relationship is maintained. То есть отношения тут прославляются. Вот это слава самбанды. But it is not recommended that one should do enmity with Shri Krishna. Но это глупо думать, делать вывод из этого, что надо просто враждебно относиться к Кришне, чтобы получить мокшу. If a person is daring to do the enmity with Shri Krishna, and suppose his enmity is not confirmed, it is not pardoned, then what will be the result? То есть, he has to go to the hell. Например, человек решил, ну хорошо, я последую примеру этих демонов, просто буду ненавидеть Кришну. Но к чему это приведет? У него не хватит интенсивности ненависти, она не будет постоянной и непрерывной, а он просто будет богохулить и безбожничать периодически интервалами, просто скатится в ад от этого. So never dare, never try to get enmity with Shri Krishna, because normally enmity is not became confirmed. It not does not become right. The enmity never becomes right because it is unnatural. So we, if a person is doing is if a person is daring to do enmity with Shri Krishna, then he has to go to hell. So never try having this argument that enmity makes more intensity. So let us do the enmity with Shri Krishna. That because that intensity will not come ever. In no moment that intensity can come in a normal person. Поэтому не следуйте примеру вот этих асур и никогда, ни при каких обстоятельствах не смейте следовать этому варианту, культивировать в себе ненависть к Богу, потому что у вас просто не хватит интенсивности ненависти, не хватит запала, и вы просто окажетесь в аду. Не будет никакой у вас истинной самбанды враждебной. But then if in very rare cases, in exceptional cases, the enmity is right, the enmity is confirmed, and it becomes fun, then the person can get salvation. Но у тех, у кого хватит интенсивности и будет истинная вот эта ненавистная самбанда какая-то, то такой может получить мокшу. But percentage is very much low.
Но это исключение из правил. So it is suggested by Shastra that one should serve, one should have the devotion for Shri Krishna, not the enemy. Посему Шастра рекомендует культивировать преданность и любовь по отношению к Кришне, а не враждебность. In this background, Shri Shukdev Ji is answering. Uttam prasade tatte chaityasya divya sagataha. Yes, please. Шукадева Госвами отвечает в этом контексте. As I have said, that Chaitya, that means Shishupal, got salvation. Например, Шишупал получил мукти. Though he was having the enmity with Shri Krishna. Несмотря на то, что он ненавидел Кришну. So while it glorifies the relationship, that while having the anti-relationship, Shishupal can got salvation, then what saying of the Braj Gopikaga? То есть тут принцип Кимута сравнения. Если Шишупала получил освобождение, то что уже говорить о том, что получат в Раджа Гопи? So Кимута Адхокшия Прия. Шри Гопис are the loving to Шри Адхокшия. That means Шри Кришна. Если Гопи, то если Шишупал ненавистник получает мокшу, то что уже говорить о гопи, которые посвятили свои сердца, всю свою жизнь Адхокшаджу Кришне? This Adhokshaj address Adhokshaj. Of Shri Krishna have a special reference. Тут Адхокшадж, имя Кришны, имеет особое значение. Once when Shri Krishna was quite infant and he was lying in the swing, Shri Yashoda Maiya has placed him in a swing of a child swing. Однажды, когда Кришна был еще младенцем, мама Яшода положила его в колыбельку. In palna, Shri Krishna was swinging. И раскачивался он в колыбельке. And at the same time, the Shaktasur came there, and he intended to destruct that boy. Демон kill that boy. Шаката демон прокрался туда с намерением убить маленького Кришну. The swing of Shri Krishna was under a bullet cart. И как раз в это время мама Яшода положила Кришну в колыбельку под большой повозкой, такой как телегой большой. The Shaktasur entered into that cart. И Шакатасура проник в эту большую телегу или повозку. And he tried to press that cart on the child. И стал являть такую силу, чтобы тяжестью этой телеги придавить маленького Кришну в колыбельке. And at that time, Shri Krishna started to weep, and weeping, just he hit that cart that was coming down and down. Shri Krishna hit it with his toe, with his finger of his feet, with his toe. И тогда Шакатасура стал все усиливать тяжесть вот этой телеги, давить вниз все больше и больше, и телега начала опускаться колыбельки Кришны. В этот момент Кришна расплакался и легко ножкой, пальцем ноги пихнул эту телегу, коснулся ее. And immediately the cart was turned over. Тут же телега перевернулась. Everybody rushed to, oh, how the cart is turned over. Все бросились в Браджабаси к этому месту, чтобы понять, как такое могло произойти. They were very much worried for the children. Они очень беспокоились о ребенке, о детях, которые там были. And as they saw that the swing is safe and the cart is turned over on the other place, other side, and you видели, they started to shout, Adhokshajaha, Adhokshajaha, oh, this boy is, this child is alive under the cart, even. И тогда, когда вот это они увидели, что с колыбелькой все в порядке, она цела, невредимая, и младенец Кришна лежит там себе, а вот эта огромная телега перевернута,
на бок и упала в другую сторону, все в Раджабасе стали восклицать «Адоксаджа, Адоксаджа», что Кришна выжил даже под этой телегой. So, the child is still living under the cart. Что он выжил вот эту катастрофу. So, the name of Krishna became Адхокшаджа. Под телегой. Акши means under axle. Под осью, то есть the child is, этимология что? Ja means is reborn. Что он заново? Get the real life. То есть он снова возродился из-под этой оси телеги, что он адоксач. So this is the very sweet meaning. The normal meaning of адоксач is sada. Айшвария значение слова адоксач иное, а вот это очень мадурия, сладкое значение имени адоксач. Акши are called our limbs. Акши это our senses. Наши чувства. And who has denied the power of senses, he will be called Adhokshas. That means Indriyati is beyond limbs and senses. То есть he will be called Adhokshas. Адхокшач, тот, кто порицает наши чувства, то есть отвергает, он вне восприятия нашими чувствами. Это Адхокшач. Rishik means our senses. And Ish means he is the master of our senses. Rishik. Ришик, он властелин наших чувств. So, Uttam Prasadhyatate Chaitasadhyam Yathagataha. This is the glory of the relationship that even a person having relationship, ending relationship, even then he can get salvation as Shishupal got the salvation. И то есть вот это описание того, как Асура, как Шишупала могут получить мокшу, это не призыв к тому, чтобы культивировать в себе враждебные чувства по отношению к Кришне, а это прославление силы самбанды именно. То, что дают, даже если это не хорошая такая самбанда, но все же дает награду мокше. Second point is this, that Shri Krishna is not a concealed Brahma. Shri Krishna is the direct Brahma. И вторая важная идея, что Кришна сакшат Брахма, что он настоящий Брахма, он не проявление Брахмы какой-то как косвенное, а он и есть Брахман. If a person loves to the unseen Brahma, then he is actually loving not the Brahma, he is loving only the designation. So he cannot get salvation. If a husband is loving his wife, he is not loving the Brahma, he is loving the upadhi. Designation, upadhi. So he cannot get salvation. But Krishna is not upadhi, Krishna is direct Brahma. So if a person is loving to Shri Krishna, having any relationship, either love or enmity, he will get salvation. То есть нужно понимать, в мирских отношениях, будь это отношения супругов, или родителей детей, или родственников, мы по-настоящему не любим брахмана, присутствующего в теле этого объекта любви, а по-настоящему мы любим упади, вот это само это тело с умом и так далее. Поэтому никакого трансцендентного блага от такой любви мы не получим. Но так как Кришна это васту, и Кришна это и есть истинный брахман, то любые чувства любви, любые эмоции, направленные на него, принесут благо. То есть, или вызволят из самсары, дав мокшу, или дадут према севу любящим преданным. Actually, Krishna is direct Brahma. So, he has four qualities, extraordinary qualities. Abhyasya, apramayasya, nirgunasya, gunatmana. Так как Кришна есть брахман, у него четыре есть характеристики важных. Krishna is abhya. Abhya means he is not reducing. He has no reducement, degradation. Неистощимый. Abhya. Он неистощимый. Apramaya. Apramaya means Shri Krishna has the quality. He is apramaya. He is limitless. He is unlimited. Безграничный. Apramaya. So abhya means getting. He is not getting the deterioration. Неистощимый. А
Apramey means he is limitless. И безграничный. Nirguna means he is made of, he is not made of gun. He is without gun. Он вне гун. Vishuddha sattva yogmaya. His body is yogmaya, vishuddha sattva. So he is nirgun. Он nirgun. And gunatmana. That means Shri Krishna is good luck. Shri Krishna, bless you. So gunatmana. That means Shri Krishna is gunatmana. That means Shri Krishna having the transcendental gun. So Shri Krishna has these four qualities. Abhyasya. Krishna обладает, и четвертое это трансцендентными гунами. Он вне материальный гун, он ниргун. So abhyasya, apramesya, nirgunasya, gunatmana. Shri Krishna is neither deteriorating. Неистощимый. Neither he is limited. Безграничный. Neither he is made of three maya gun. Он ниргун. Он вне материальный гун. And Shri Krishna is gunatmana. That means his own qualities are his own. Преисполнен трансцендентных качеств своих собственных. So in this way, Krishna is the direct Brahma. Он истинный Брахма. If a person will love direct Brahma, then he will get the result. Поэтому он истинный Брахман, и поэтому если чувства направлены на него, он объект эмоций, то человек получит тогда трансцендентный результат. And with direct Brahma, if a person has relationship, either kamam, krodham, bhayam, sneham, aikyam, saurdhmevacho, nityam harumvayato, Yanti Tanmay Tamhite. If a person having relationship with direct Brahma, he will get Yanti Tanmay Tam, he will get the salvation. Если объект любви или объект любых эмоций это истинный Брахман, Шри Кришна, тогда человек может получить мокшу. Освобождение из материального существования. Here he is describing, Shri Shukdev Goswami is describing six moods of love. Шукадева Госвами описывает шесть возможных настроений, отношений по направлению к Кришне. По отношению. Kama, that is just like gopis. Кама это категория гопи. Кродхам, it is just like Кродха. Шишпал. Шишупал, гнев по отношению к Кришне. Кродх means anger. Bhayam, this means fear. That is just like Kams. Kamsa, он боялся Кришны жутко, бхай испытывал. Sneham, that is just like the friends of Shri Krishna, Sri Rama, Madhamangal. Sneha, любовь друзей Кришны, это пример этому. Now I am leaving. I will describe it. Aikyam, я позже опишу. Saurdham, the fifth is Saurdham. Saurdham means having a relationship. И самбанда это отношения. So in Saurdha there is dasya, sakya, vatsalya, madhur, any four type of relationship is also accepted in Saurdha. That means friendship. Самбанда подразумевает или дасю, или сакью, ватсалью, или мадурью. So in this way the relationship of Shri Krishna, for Shri Krishna can be divided into two types. One is pro and other is anti. То есть два вида отношений к Кришне существуют: положительные и отрицательные. And aikyam. So if a person having the anti relationship with Shri Krishna, then he will get aikyam. Otherwise, he will get five type of prem. То есть, если у человека враждебное, нехорошее отношение к Кришне, отрицательные, негативные эмоции, то он получит айкьям, освобождение. А те, кто с любовью и преданностью относится, они получат другое место назначения. So by having love, the pro relationship, a person will get a relationship with Shri Krishna. And if a person is having krodh bhay, then he will get And if he is having kaam, sneha, and saur, then he will get the
service of Shri Krishna. То есть те, кто испытывают враждебность, страх по отношению к Кришне, это кандидаты на мокшу. А те, кто испытывает вот гопикаму, то есть те все категории отношений родительской любви, дружеской любви или тех или жен Кришны, такие им вот такие эмоции, они дадут возможность любовной севы Кришне, према севы. But as it is previously discussed that by pro relationship a person can get the relishment of sweetness of Shri Krishna. Otherwise, he will merge into the Krishna. То есть нужно помнить, что вот эти положительные эмоции, направленные на Кришну, дают человеку возможность вкусить его мадурию, его сладость. А если отношения враждебные, достаточно интенсивные, чтобы создать самбанду, вот эту нехорошую с Кришной, то это просто растворение в брамане ждет такого. So in this way, gopis was loving Shri Krishna directly, direct Brahma. As well as gopis are not having their designation, material designation. So Krishna is direct and gopis are not having the mayic deh. So the discrimination that a person, a mayic person like us, we persons, is also brings all permanent. Even then we are loving to our belongings, but we cannot get salvation. But Sri Gopikagan does not have the material, neither they have material body and neither Krishna is concealed Brahma. So Gopi got Sri Krishna, it has no extraordinary position. It is very normal. То есть, отвечая на этот вопрос Парикшит Махараджа, на благо всех неквалифицированных слушающих, чтобы донести до них вот этот глубокий смысл, что, во-первых, у гопи тела не из трех гун, у них трансцендентные тела в лилах. Во-вторых, даже не ведая того, объект их любви – это сам Брахман, Кришна, хотя они его считают своим обычным мирским возлюбленным. Поэтому их ситуация сильно разнится с нашей ситуацией, где мы все в материальных телах, состоящих из трех гун, и объекты нашей любви – это тоже простые смертные, в которых Брахман присутствует, но не в полном проявленном, проявленной форме. Он как просто как моторчик, который дает нам жизнь. И поэтому мы не можем рассчитывать, что наша мирская любовь или там забота, привязанность к другим приведет к мокше. So the conclusion is this, that Gopi got Shri Krishna, it is not very much strange, and it is not questionable. This question has no meaning, this question has no weight, that how Gopi get Shri Krishna, because Krishna is direct. Потому что тут будет бессмысленным задаваться вопросом, каким образом Гопи получили такое положение, как они обрели Кришну, потому что тут все понятно. Кришна – это истинный Брахман и объект их любви, поэтому они его и не надо дольше долго думать о том, почему они обрели Кришну. But in listening Shri Krishna Lila, in Ras Lila, if you have always such type of arguments, if you will have such type of doubts in your mind, then you cannot relish the sweetness of the pastime at all. Is there? So now beware. I am bewaring that you should not have such arguments all over in the lila. So you leave this type of argument and having the discussion. This is not the debatable thing. So you have the faith in Shri Krishna, not the debate and doubts. Поэтому тут важно сейчас, но так как мы будем продолжать слушать Раса Лилу, сейчас вы усекли вот эту айшварию, татва сиданту, что положение Кришны, что он истинный Брахман и так далее. Но это придется как запомнить
вобрать в себя и отпустить, потому что, чтобы вкусить Мадхурию лил, то вам это будет мешать, если вы будете все время с этого ракурса рассматривать раса лилу, поэтому усекли это, поняли и забыли на время раса лилы. So, onward. Please help. Двигаясь вперед. The idea, the identity of yourself that I am Manjari of Shri Radharani. Теперь. Don't have a personality. That my personality is of a scholar. I am just questioning. Don't have the personality of or the idea of having discussing an argument, and those arguments you are presenting, those are based as gopis are a normal practical lady, but they are not practical ladies. Always have, but once you have understood that gopis are transcendental, Krishna is transcendental, Krishna is direct Brahma, then you have the idea that I am also in a transcendental form. I am in the Manjari Swarup. And having the Manjari Swarup, if you will listen this whole pastimes, then you will relish it, otherwise not. То есть очень важно, так как мы уделили много времени подготовке почвы сердца к тому, чтобы должным образом правильно понять раса лилу, мы слышали о том, что Кришна Бхагаван, что гопи не отличны от него. Мы должны это принять полностью и отбросить всю аргументативность и все вот эти какие-то вопросы, свои недопонимания. Мы это услышали, поняли, но дальше, двигаясь к слушанию раса лилы, мы должны находиться в обимании своей сварупы, манджари. Иначе мы должного блага не получим от слушания Харикатхи раса лилы, если мы будем все время с ракурса своего абимана человеческого, там, ахаммамети относиться к этой лиле. Мы должны понять таттва сидданту, усвоить ее, а потом расслабиться и в настроении манджари сварупы уже воспринимать катху, раса катху. So, please promote yourself as a manjari. Поэтому возвысьте сейчас. Doing a argument person. Поэтому отбросьте всю склонность к этим задаванию вопросов и постоянных споров. Просто возвысьтесь до уровня манджари. И с этого ракурса восприятия слушайте раса лилу. Что вы служанки Шримати Радики. Она сейчас на раса лили с Кришной. Это все, что вас должно волновать. If you have such a doubtful mood, then I shall answer it. I shall satisfy you. But whatever I intended to present you, whatever I want to present here, I could not able to present it. So please promote yourself on the level of mine so that I can decide the pastimes of Shri Krishna, and that is transcendental. So you have the mood of a transcendental personality of yourself, and always think that this lila is transcendental, and it should not be judged by the glasses of a shastra, of the glasses of the normal do and don'ts. This obstacle will not come, will not work here. So you should be promote yourself on my level. That means you should be think yourself as Manjari. И наконец-то Махарадж во всеуслышание просит вас перестать вот задавать эти постоянные вопросы, выражая свои сомнения, будучи неверующей Фомой, потому что он говорит, я могу удовлетворить все ваши вопросы достойными ответами, но я не смогу тогда дать вам то, что я пришел сюда дать вам, донести до вас. Поэтому, пожалуйста, угомонитесь со своими сомнениями, и если вы не можете по-настоящему быть на уровне манджари, хотя бы притворитесь, вознеситесь туда, и тогда я смогу дать вам это ценное, что я хочу дать вам. Хватит вот это сомневаться во всем. Будьте на моем уровне, постарайтесь допрыгнуть до этого уровня, просто слушайте.
So nachayvam visnya karyaha. Please leave this doubtful attitude. Отбросьте свои сомнения и вот эти вопросы. Now I'm going to recite the pastimes of Shri Krishna Lila, and I am reaching on a level, and you should come, you should promote yourself in the mood of Manjari, then I shall recite this Krishna Lila, and then Shri Shukdev started. Tadashtuantik Mayata Bhagavan Priyoshita Avadat Vatsam Krishna Vachak Krishna Vimuhyan. While Shri Krishna saw gopis coming to him, and they was around him, sitting, standing around Shri Krishna. Shri Krishna was seeing everywhere. Gopis was covering him, around him. Then Shri Krishna started to say gopis, and what she has told, it will describe on that. И поэтому я прошу вас снова довериться мне. Сейчас нам придется перепрыгнуть на совершенно иной уровень, на новые высоты раса Катхи, и поэтому постарайтесь пребывать в этом состоянии, сигнуть вверх, это в состоянии ракурса восприятия Манджари, и я начну вам рассказывать о том, как Кришна увидел, как гопи начинают со всех сторон сбегаться в лес и окружили его. Был раз Гари Лали Ти. Now it will be started. Any questions? Вопросы есть? Thank you. Yes. 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 But it's a good question. Success. That is success. I can do it. Видите, сработало. Я вас предостерег, и вопросы прекратились у вас. Наконец-то. Only 1.5% know that there is gopis, that is Yogamaya plays some double gopis. Chaya gopis. Krishna doesn't know gopis, don't know. Even the Chaya gopis don't know about the gopis. Yes, yes, yes. So one is Yogamaya. But why did you tell that Vrinda Devi is half? Почему вы вчера Вринду назвали половинкой, сказали? Yogamaya. Because Vrinda Devi is Lila Shakti. Yogamaya is Paulmasi is Yogamaya Shakti, and Vrinda is Lila Shakti. And Yogamaya and Lila, both Shakti, are a syndicate. So, because Vrinda is a part of Paulmasi Yogamaya, and поэтому называется половинка. In his background, she also had some idea, but not fully. In Lila, she will behave that I also don't know anything. Yogamaya всегда знает гораздо больше, чем Бринда. Unconscious mind, she has some because this, that is the syndicate of это синдикат. Yogamaya. Yogamaya as well as Lila Shakti. То есть both are combined. Purnamasi это главный дирижер всего этого, а Бринда ее помощница, поэтому она иногда может чего-то полностью не знать. Thank you, Vrindavan. Jai. Govind jai jai Govind jai. Radha Ramana Hari Govind jai.